Обычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Ситуация по Нью-Йорку. Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? В Беннетфилд находится команда спецподразделения Дельта. Позывной «Металл». «Металл 01» доступен на зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Отбой. Вас понял, будет сделано. Без молды.
Уложим глушилку, перебьем плохих ребят. Мне это нравится. Вверх по лестнице, за мной. Гринч, Трак, ждите моего сигнала здесь. Фрост, за мной. Принято. Действовать вслепую. Стойте, тихо! Стрелки в магазине под нами. Вырубите их. Так точно! Гриш, смотри сверху, а мы зачистим магазин. Будет сделано. Thank you.
слышим вас громко и отчетливо. Принято, 0-1. Все системы в норме. К вам направляется Black Hawk для вывоза. Начальное время подлета 3 минуты. Разведка снова на связи. На крышах на вашей территории обнаружены многочисленные силы противника. Ваше оперативное подчинение направлен полностью вооруженный предатор. Один, разрешаю вступить в бой. Высота минимальная, до подлета 5 секунд. Ракеты пошли. Подтвердите первичные удары по каналу предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены. Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттеном и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класс «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думаю, он разрушен.
Точно. Вместе. Команда из 9-4, Металл 0-1 на связи. Односторонняя проверка связи. Принято, 0-1. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. У нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Основная точка входа открыта. Оставайтесь вместе. Здесь легко потеряться. Они хотят уничтожить подлодку! Действуем быстро! Готовится к эвакуации!
взрывчатку на дверь. Отлично, ключи запуска у меня. Оверлорд, Металл 01 на связи. Контрольный пункт Нептун. Прием. Принято, 01. Подтверждаю, Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 056628. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Прост, пульт управления. Принято. Команда котиков ждет вас. Пошли, пошли! Позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа «Фокстрот». Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди готовы и пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОВ долго не протянет. Живучий чертяка, он выкаркает. У нас входящие сигнатуры. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Нужно выиграть время для доктора! Иди за внутренним двором!
внутренний торг! Уничтожите их! Держите их, пока мы не сможем нести залпа! Прямо у тебя под ногами!
Водный наземный транспорт. 2 сантиметра брони, пулемет и гранатомет. Управление наверняка на русском. Давай, Юрий. Николай, как там Соу? Очень плохо. Мы должны вытащить его отсюда. Юрий, расчисти подход к вертолету. Мы прямо за тобой. В войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? На борту самолета находится президент Варшавский и его дочь Алена. Русский президент летит в Гамбург, чтобы обсудить мирное соглашение с представителями НАТО. Правда? Зависит от точки зрения. Однако многие русские по-прежнему обвиняют Америку в резне в аэропорту имени Захарова.
Обязанность солдата — защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война — это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Тем не менее, похоже, в мире наконец наступает спокойствие. Единственная правда заключается в том, что наш мир — огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто чиркнет спичкой. Москва, это командный пункт. Направляемся в Гамбург, в небе чисто. Все команды докладывают о прибытии. Команда 1, офис президента под контролем. Команда 2, на нижней палубе все чисто. Команда 3, третий эшелон под контролем. Мы приземляемся в Гамбурге через 2 часа. Команда 1, оставайтесь с президентом до посадки. Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда 1 в пути. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правда. Ему это не понравится. Это не важно. Я здесь президент. Увидимся на ринге. Господин президент. Василий. Добрый день, господин президент. Господин президент. Господа, у нас только два варианта. Война или мир. Жизнь или смерть. И ради будущего наших детей мы должны пойти на мир с Западом. Тот момент, чтобы пытаться ублажать наших врагов. Мы уничтожим наших врагов, сделав их нашими друзьями. Если мы не можем разрешить наши... Выстрелы? Самолет захвачен! Кабина повреждена! Господин президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Нам нужна поддержка! Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Всем лежать! Защищайте президента! Код красный, повторяю! Убежище.
Давайте, агент Харков, мы должны найти президента. Саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север?
Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служая на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайней деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. Найди остальных. На воина 11 часов. Сними их. Он ворвался в кабинет и прямо во время переговоров с телевизором. Чисто.
Точно. Мы снова в атаку. Юрий, на тебя поддержка. Займи позицию на крыше и прикрывай нас. Враги, 5 метров. Запада идут двое. Сними их. На дороге еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Юрий, беги! Все ко мне! Встречу. Юрий, миномет на крыше, хватит! Начинаем стрел!
Лови по ним из миномета! Похоже, на две единицы техники и отряд пехоты! Открой их! Все цели в деревне считать врагами! Если кто-то шевелится, накрывай из миномета! Продолжай стрелять! Подвигайся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сюда. Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит, груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав. Найдем гада, сами у него спросим. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's it, they go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опознали судно? Нет, сэр. Звонок поступил с номера в бригада Industries. Поднимите МИ-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соедините с Херрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага.
Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, что бы они ни задумали, мы этого не допустим. База, мы в пути. Видимость хорошая. Принято, Браво-6. В доках находятся грузовики с надписью «Всемирная благотворительность». Полагаем, они являются нашей целью. Интересный подход к благотворительности. Грузовики покидают доки. Наш источник сообщил, что именно они везут. По данным разведки, груз прибыл из-за границы. От наших целей особой важности. Внимание! Один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво-6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво-9 займется вторым. База время уходит. Мы готовы приступить. Вас понял. Всем командам даю добро. Начать выполнение. Ладно, тут перед нами склад. Бернс, мы наступаем. Ты зачищаешь. Стрелять по усмотрению. Второй свободно идем. Команда 2, входим. Постарайся не разбудить их. Браво 9, у вас двое за дверью. Принято. Чисто. Снять их. Две цели в проходе, 10 метров. По моей команде. В проходе все чисто. Хорошо. Режь. В комнате чисто. Наверх по лестнице. В комнате чисто. Берн, не стрел. Похоже, ты им за углом.
Браво-6, прием. Браво-6, вы меня слышите? Бернс. Ты как? Браво-6, доложите обстановку. Поезд прошел под бессмиссером. Мерзавцы использовали его в качестве транспорта. Внимание, Браво-6. Грузовики направляются в вашу сторону. Поднимайтесь наверх, чтобы встретиться с Браво-2. Вас понял. Давай, Бернс. Кажется, теперь мы одни. Враги пришли за нами. Это у нас стычка на станции Лестницы. Браво-6. Команда Путин. Расчет на станции. По Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гивен! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн, какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это?
вице-президент. Thank you.
Вместе, пошли! Красным датчиком колонна в 500 метрах от вас. Доберитесь туда побыстрее и займите периметр. Смотри на меня!
Человек у нас движется к площадке Нептун. Встретимся там. Чудно. Похоже, первый раунд за нами. На линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макдар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно Ми-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти. Пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы в Босасо, Сомали. За главного там урод по имени Варабе. У меня здесь дел по горло, так что полагайся только на себя. Доброй охоты. Какая там охрана? Второй сорт. Территорию охраняют местные головорезы. Мы будем торчать там, как черри на заднице, а скрытность речи не идет. Тогда просто постучим в парадный вход. Скажите Николаю, пусть готовят людей. Если поторопимся, успеем зацепить Варавы, пока не стрелял. Песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Команда Браво, сохраните ворота. Он нужен на вживую.
Надеть противогазы. Нашего Свистнова звали Волк! С Макаровым мы не встречались! Париж! Он занимался поставкой в Париж! Николай, враг раскололся. Мы получили, что хотели. Готовы к отходу. Почти на месте. На площадке вроде чисто, но буря быстро приближается. Видим. Будем через 20 секунд. Ничего себе буря. Не хватало нам еще под такое попасть. Идем. Думаешь, Вараби не врал насчет Волка? Он говорил правду. Готов поспорить на шкуру Макарова. Thank you.
священная буря! Нужна срочная эвакуация! Принято! Свяжемся с вами, как только обнаружим Николая! Вперед, парни! Надо добраться до Николая прежде головорезов Паравы! Транспорт идет! Не высовываться и не останавливаться! Нет, я дальше своего носа не вижу! Враг прямо по курсу! Убрать их! Все чисто! Надо идти! Командеха, доложите обстановку! Мы засекли вертолет Николая! Полкилометра к югу от вас! Ложись! Выдвигаемся! Наверное, они нашли Николая! Ищите остальных! Они вернутся за своим дружком! Капитан Прайс! Мы добрались до Николая, но попали под плотный обстрел! Держитесь, мы почти на месте! Похоже, они направляются к Николаю! Все чисто! Соедините меня с объектом Металл 01. Прайс, спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Французы обнаружили Волка, бойцы Гиган преследовали его в тылу противника, но русские прижали. А вы хотите, чтобы мы их отжали? Действуйте по своему усмотрению, но Волк должен остаться жив. Вызываю всех, это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 5-9-5, на связи Оверлорд. Мне конец, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Зора, все еще заражена после химической атаки, маски не снимай! Так, мы уже в пути! Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи! Металл 01, войска Гиган нагружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда, это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки! 5-9-5, похоже, им крепко досталось. Сплошная зелень в отряде. Сегодня салак уже нет! Смотрите под ноги. 0-1, внимание, у Гиган большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними. Это Сейбер. Надолго еще. Готовность 3 минуты. Главное, следите за периметром. Мы почти на месте. Пожалуйста, поторопитесь. Пошли. Сюда, живо. Сюда, сюда, через руку. Вниз по лестнице! Сброс за мной!
прорваться к вам! Вас понял! Нарды, мы рады вас видеть! Сюда, торопитесь! Это Гиган! Давайте, давайте! Это все! Глушить обстановку! Семеро боеспособных! Где Волк? Русские провели химическую атаку с подземной базы. Мы полагаем, что Волк все еще там. Прикрываем тыл, ведите! Оверлорд, это Металл 01, мы соединились, движемся к местоположению цели! Направляется
Приближается отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. 0-1 принял, огонь. Все чисто. Вперед. Воняет просто чудовищно. Ну от этого не помрешь. Где остальные французы? Прошлой ночью наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня со мной его друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Он заплатит вас, я разрешил. Видите его на допрос. Мы вытрясем из него все, что он знает про Макарова.
Драк, мы взяли Волка! Мы уже в пути! Принято, Раптор 2 отправляется. Генерал, на связи президент и Совет национальной безопасности. Президент? Генерал, вы уже нашли этого Макарова? Нет, но мы получили данные о его производителе бомб. Ситуация развивается. Развивается? Так он у вас или нет? Команда Дельта только что взяла его. Посылаю вам запись. Что с ними сейчас? Они задержали Волка, однако секретность была нарушена. Генерал, говорите понятнее. Им придется пробиваться к точке эвакуации с боем. Генерал, я хочу, чтобы этого Волка взяли живым, несмотря ни на что. Эти ребята должны вернуться домой. А вот и наше такси! Бери Волка, идем! Пошел! Убери руки, козел! Пошел ты! Идем, идем, давай! Разбилки возьмем влево, прием!
Ухожу влево! Они идут прямо на нас!
заговорил? Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Похоже, у Макарова появились друзья. Через 6 часов у него назначена встреча с главными советниками. Место гостиницы «Люстик» в центре Праги, рядом со старой площадью. Туда направили группы первого уровня. Правда, я боюсь, они не успеют. Но вы-то рядом? Очень. Я дам знать, когда закончу с этим. Макаров устраивает совещание посреди зоны военных действий. То, что нужно. Самоуверенность ведет к беспечности. Мы войдем с двух сторон. Соуп, вы с Юрием направляетесь к церкви и обеспечите наблюдение. Город перекрыт со всех сторон. Нам нужен черный ход. Оставьте это мне. Добро пожаловать в Прагу, господа. Повстанцы ждут нас в полукилометре к северу отсюда. Давай уже с этим заканчиваем. Постойте. Они уже взяли пленных. Вижу это быстро. Мы должны быть быстрее. Движемся тихо, парни. Укрываемся за окнами. Пролезайте под пристанью. Из-за бури нас не услышат. Уходим, давай!
Успокойся, их слишком много. Ложись. Они внутри здания. Нет, двигайся. Я чуть не послал. Да иди ты, он хороший крыша, а мы бы не жалели и найдем. Thank you.
какой машине он будет? Они постоянно меняются для безопасности. Пока он не вылезет, мы не узнаем. Ты как-то очень много знаешь о Макарове. Альфа-1, проверка связи, прием. Браво-1, все в порядке, мы на позиции. Хорошо. Комаров наши глаза и уши в этой гостинице. Мы начинаем действовать по его сигналу. Видишь что-нибудь? Нифига я не вижу. Похоже, Макаров опаздывает на собственные похороны. Не высовывайся, пока не сможешь точно попасть. Потом стреляй сколько угодно. Хватило бы одной пули. Почти пора, Юрий. Встреча пройдет на втором этаже. Внимание! Приближается колонна Макарова. Вижу. 4 бронированных транспорта. Макарова пока не видно. Они останавливаются напротив гостиницы. Ты его видишь? Ага, вот он, гад. В третьей машине. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Тихо. Сиди смирно. Теперь они заезжают в гараж. Ладно, Комаров. Начинай. Комаров, ты меня слышишь? Наверное, забыл включить. Неважно. Макаров здесь. Приступаем к выполнению плана. Я на месте. Готовы? Юра, глянь-ка, где там Прайс? Он на крыше гостиницы. А вот и он. На балконе какое-то движение. Снимем их вместе, Юрий. Ты первый. Что за бред? Прайс, кто это такой? Комаров. Прости меня, Прайс. Прости. Капитан Прайс. Ад ждет. Зря ты сюда пришел. Черт возьми, говори! Уходи! Дыма! Идем! Нам нужен... Николай! Выбраться отсюда! Стрелять по прочней! Надо идти! Ну, стой! Нет, я чего это?
еще там! На улице! Они атакуют слева! Разберись с ними! Слева! Слева через здание! Что тоже смогу. Так откуда, черт, тебя побрал? Макаров знает тебя. Я был молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое. Даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Что значит маловато? Мы договорились! Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. Наградами получили власть. Но власть развращает. Мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе тоже немного. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Я знаю, что ты сделал.
знаю, что ты мне сказал. Мой друг, мой союзник, предатель. То, что здесь произойдет, изменит мир навсегда. Нас ничто не остановит. Даже ты. Чуть-чуть времени ты выиграл. Пока что. В Хелифорде есть монумент, на котором высекаются имена павших. Мы храним память о подвигах, когда лица уже стираются из наших воспоминаний. Память остается, даже когда у нас отнимают все остальное. Что случилось? Он убил Соупа. Он погиб, Мак. Что тебе нужно, сынок? Место. Русский сказал, что Макаров хранит оружие в замке в горах около Праги. Более точных данных у него нет. Ему можно верить? Разве у меня есть выбор? У него есть причина желать Макарову смерти. Место знакомо вам? Да. Во времена Захаева мы отправляли беспилотники в район этого замка. Но наши цели никогда там не были замечены. Что там меня ждет? Это настоящая крепость. Один вход, один выход. Если ты только не умеешь летать. Офис охраны на дальней стороне территории. Командный центр к северу от него. Оба тщательно охраняются. Если Макаров там, он будет в центре управления. Что это вы мне отправили? Список снаряжения. Довольно внушительный список, Джон. Что вы собираетесь сделать? То, чему вы меня научили. Убить всех.
Юкова. Все тут еще вернуться. По крайней мере, остальные иногда бывают. А я думаю, скорее сошли Юкова. Стой! Не двигайся! Ладно, идем. Установи С-4 на платформу. Взрыва! Жди моего сигнала!
Интересно. Вот с чем приходится иметь дело, братья. Упрямый старик, который не успел измениться вместе с миром. Вы тоже изменитесь. Спускайся. Выясни, что происходит. Алексей, данные разведки подтвердились? Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе. Надо идти. Да что у вас творится? Наши дела. Служба безопасности вообще ответила? Собирайте свои вещи на осмотр местности. Вниз! Немедленно! Thank you.
Макаров знает, что дочь Варшевского в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Провожу триангуляцию. Разведка только что перехватила звонок с ее номера. Подключение через 3, 2, 1. Алена Варшевская? Кто это? Американские войска спецназначения. Вы говорите по-английски? Да, охранник Мэтт. Они идут со мной. Спокойно, мы уже направляемся к вам. Где вы находитесь? В чулане. Номер на 5-м этаже. На какой стороне? Я не знаю. На крыше здания. Через дорогу есть надпись «Рейсдорф». Пожалуйста, скорее. Хорошо, положите телефон и оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Афина все еще с нами. Огонь вести с особой осторожностью. Продолжайте. 190 на дороге.
Российские танки обстреливают позицию гранита. Требую огневой задачи. Восток 01. Воздушный коридор для захода 1-17 свободен. Металл 01. На связи Валькирия 2-6. В воздухе и к вашим услугам. Ожидаю отметки первой цели. Металл 01, я готова. Цель обнаружена. Я не на позиции. Жду новых указаний. Побей танки на улице! Цель обнаружена. Спасибо за подмогу, Валькирия. Дальше мы сами. Гранит, броня уничтожена. Идите. Принято. Спасибо за помощь. Мы вам должны. Не спускай глаз со здания. Прорываемся. Гранит, вы видите Афину? Так точно. Черт, слева! Еще два! Убираем! Гранит! Гранит! Они мертвы. Какого черта? Оверлорд, команда «Гранит» уничтожена. Повторяю, «Орлы» уничтожены. За Афиной идем мы. Принято, Сэндман. Соединитесь с немецкой танковой колонной к югу от вас и следуйте к указанному зданию. Прием. Так точно, Сэндман, отбой. Цепляйся, нам нужно на улицу. Thank you.
гостинице! Мы ее потеряли. Прайс, мы потеряли девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару.
Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы, янки, любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стреляй. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался? Готовы? Да, побыстрее, эта штука никак не может. Расслабься, Грич. Разрядите оружие. Приготовиться. Давай! Контакт на 12 часов. Готовы? Эх. Постарайся не отставать!
обстановку. Президент у вас? Никак нет, оверлорд, но мы нашли девчонку. Высылаем команду для эвакуации. Продолжайте поиски президента. Она пытается что-то сказать. Она говорит, что ее отца отвели еще глубже в шахту. Значит, нам туда, пошли. Направляйтесь к точке сбора. Она жива. Что за хрень? Элит! Элит! Оверлорд, с ней все обрушится в любую минуту. Пташки должны прилететь за нами. Вас понял. Хаммер один на подходе. Готовность 30 секунд. Ждите. Thank you.
поприветствовать президента Гуревича, который вернулся в Москву. Корреспонденты подтвердили, что вот начался дружный договор между Россией и США. Другим властям, интернационалистам Владимир Макаров все еще не свободен. Мы идем в Розовый сад, где господин президент и российский премьер-министр Варшевский проводят пресс-конференцию, заявляя о завершении конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо бить врага. Дерзай, и мир прогнется. Ныне мы будем стремиться к миру с той же целеустремленностью. Так быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер? Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас — это только вопрос времени. Долго искать не придется. Выйди из машины! Ты уверен, что этот танк нас защитит? Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему? Работаю над этим. Немного позабыл арабский. Айс, похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюлю на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не выйдет. Приготовься. Это же супа! Пулеметы и автоматы.
К вам приближается вражеский вертолет. Один направляется на крышу. Возможно, ищет Макарова. Прощайте.